Фундамент нового садика в микрорайоне Южный практически готов. Наша съемочная группа побывала на строительных площадках Южного. Пока Берская детвора готовится к завтрашним торжественным школьным линейкам, здесь, на площадке в микрорайоне Южный, полным ходом идет строительство новой общеобразовательной школы. А на соседней площадке идет строительство детского садика на 240 мест. Садик строители начали раньше. Сегодня из котлована уже поднимается фундамент. На очереди перекрытие пола первого этажа, рассказал представитель генподрядчика Сергей Гречин. За этот месяц мы сделали полностью земельные работы, выкопали все котлованы под детский сад и под школу, выработали порядка 17 тысяч кубов грунта, вот, и сделали вертикальную планировку по всей площадке. Как можете видеть, сейчас уже заканчивается фундамент по детскому саду. Вот скоро начнут класть плиты перекрытия. А на соседней площадке земля содрогается под ударами. В два копра бьют сваи. Здесь со временем вырастут три этажа школы. На следующей неделе начнут заливать уже ростверк. Как бы работы идут. Сваи, для понимания масштаба, 1600 штук. Вот, нужно забить. Между детским садиком и школой солидный перепад высот – 4-5 метров, говорят строители. Поэтому было решено разбить площадку на 4 террасы. Садик внизу, а школа наверху. А между ними грейдеры разравнивают землю под будущий стадион. Между детским садом и школой будет стадион. Также планируется спортзал достаточно большой. Вот. Ну и вся прилегающая территория будет асфальтироваться, озеленяться. Вот. Все будет делаться. Вся площадка стадиона, она будет не асфальтирована, а будет резиновое покрытие, вот, новое. Все по последнему слову. Кроме всего прочего, в новом образовательном комплексе спроектирована газовая котельная. Протянуть трубы и запустить котлы строители обещают уже к весне. Газопровод, насколько знаю, уже все согласовано. И к сдаче школы уже все будет. Даже не школы, а к сдаче детского сада. Потому что уже откопали котлован под котельную, вот, и котельную вот-вот уже начнут тоже строить. Вот. Котельная будет сдаваться в эксплуатацию вместе с детским садом, а это весной. В Бердске таких масштабных проектов не было по меньшей мере 10 лет. На садик и школу в Южном будет потрачено более 500 миллиардов рублей. Если садик мы увидим уже весной, то школу придется ждать до конца 2020 года.